Шамалак калдыгыбыз. Бундай болот деп эч кимдин ойлонбаган. Дом кое-как уже стоит. Не ожидали, что все так быстро произойдет. Еще немного простоит и точно обрушится. Радуюсь тому, что успел перевести свою семью. Весь свой скот я вывел из сарая и отогнал к соседу. Он живет на другой стороне улицы. Там нет воды. А у нас был сильный поток. Мы ничего не смогли сделать. Вода уничтожала все на своем пути. В Берлике есть опасность от разлива реки Акуик. Что касается поселка Жайылма, то там ситуация под контролем, поэтому все силы направлены на спасение Берлика. Там есть опасность того, что поток будет сильный.